Так, а ты с какого играешь? Ака, Дима. Со старшего. А, у меня есть друзья? Так, а ты с какого играешь? Окей. Добавишь. Добавишь, сейчас пойду пока. Пить водички. Сука такая тупая. Ты прицел, еще что прицел поменялся, у меня другой был прицел, по-моему. Сейчас я развалю. Слышал, Дима? Вов команду читает вместо того, чтобы читать комиссии про Бэтмена. Бэтмен давно. Так, закрой свой грязный рот. Не говори такое про Бэтмен. Так, я размяться ща. Так, я сними. Пусть тебе пакет добавит. Напиши пакет. Пусть он тебя добавит. Пусть он тебя добавит, и ты меня добавишь. Ежик в тумане. Ну, пожалуйста. У пакета ник табуретка. Табуретка. Бля. Конченый. Что такое конченый? Какой дебил себя так назвал. Ты где-то топает, не слышу. Ну смотри, по голове же стреляю. Добавляю пакеты в Steam. А, думаешь, в Steam один табурет или что? Табуретка. Пусть ссылку на Steam кинет, я не знаю, или как-то. Сейчас бы табуретка. Почему по стенам не лазит? У меня персонаж по стенам должен лазить. А где меч? А как меч доставать? А вот меч, я достал меч. Меч. Сейчас нажал, блядь. Чисто геймзи. А чё, не орёт, да, Рюджи на Кенву аккуратно? Когда переживаю его очень. Я обычно орёт, он начинает говорить хорошо. Чисто ниндзя по стенкам лазит и орёт Рюджи. Да кто стреляет меня, не пойму кто, где? Что за тварин? А, вон он побежал. А чё, он забил на меня, что ли? Это что, такое неинтересно? Ну смотри, вот, чисто, смотри! С третьего раза навелся на голову? Да, что за стрельба? Такой бред. Сейчас он разминирует, надо быстрее бежать. Как спринты подрубить? И ножик спринт. Включаешь... А, не, включаешь меч, да, и тебя... Кирослашка Макри, да, я тебе говорю, это вообще бред. Ну, блин, конечно, если бы у него был Йошига Намура, там, или как говорит этот Сёджи, или как его... Да, там скоростной был. Чувак с белыми волосами и желтыми, что это означает? Нет, это Ава, наверное. Вот. Чувак с белыми и желтыми волосами там какой-то должен быть. Чеку добавляем. Блин, ну вот я думаю, если поставить там Саски какого-нибудь на аватарку, эти челики из КСК будут быстрее бегать. Если еще руки назад будут откидывать. Да, да, это вообще тема была бы. Сейчас смотри, сейчас я с этого... И пули будут медленнее летать. Сейчас я себе суспа раздам. Вот тут вот ESP, я помню, там точно надо стрелять четко в голову, и все нормально будет. Рюча на колку! Не надо. Ну пацаны, прикрой меня. Господи. Я сейчас ножа его не зарезал. Ты бежал за ним, и все, бой, он был просто... Сейчас смотри, Рюджин. Ну чё вы. Блин, только меч достал. Тупо все бомбил никуда. Нельзя тут на бегу стрелять в овере, там можно на бегу стрелять, в этом-то весь и прикол. А тут нельзя на бегу стрелять, только надо останавливаться либо посетять. Сейчас смотри, выйду на мид и дам минус, проверяйте.
Смотри! Лол, ну ты видел, что это? Бля. Тут АВПшка же есть, да? Сейчас я буду чисто вдовой играть. Сейчас чисто раковая вдова будет. Сейчас я АВП возьму. Он же отстанет меня, дурацкий будет. Ля. Сейчас, а где тут? Вот это, да? Вот это. Ну, все, смотри. Чисто раковая вдова. Графики поставил. О, блин, тут не знаю зажимать прицел. Какой день? Ой, я через дверь кого-то убил, лол. Так, стоп. Какой день? Какой там? У меня... Ну, это убили все. Ну, это бред, по-моему. Так, ну, сейчас он идет. Пусть ссылку на Steam кинет в этот, ВЛС. Ну, я же... Ну, что за фигня, лол. Ой, это была плохая игра, нет. Все, давай, там уже все готовы. Где он? Как его? Табуретка? Табуретка. По-русски? Да. Табуретка, блин, что за ники? Да. Табуретка, табуретка, табуретка. Одни табуретки тут. Да это нереально, нужно, чтобы он ссылку кинул. Не, да, просто он реально ссылку лучше кинет. А как у него вот этот ник, скажи, вот этот, в углу Steam, что у него написано? Типа профиль его или как это? Сейчас... А разве так можно искать? По-моему, так оно не ищет. Давайте. А вот это не он? Не... Рамштейн, Нагата. Это не он? Он же сказал Нагата. Нагата? Стоп. Да Пейн там. А вот так Пейн. Табуретка. Блять, это реально табуретка какая-то. Да я так не найду, ты шо? Вот какой-то желтый чель. А, это пуфик всем. Это не табуретка, это пуфик. Блять, а как ссылку ставить, я не помню. А, он не знает. Табуретка Боря. Табуретка Боря. Шальная табуретка. Адская табуретка. Что за... А пусть он ID продиктует. Доти же ID как-то может диктовать, я помню, было. А, я попробую пойти. Mm-hmm. Через кап? Через кап. Табуретка. Он же видишь, что ищет не только табуретку, еще бешеные табуретки. Влад Хабаровск. Нету челика желтого волоса? Да нет, на 246 столько я не спал. Тарубетка. Пуфик, блядь, пуфик всем. Боевая табуретка, пьяная табуретка, бешеная табуретка, МС табуретка. Влад табуретка. Я табуретка, бля, чё так они, господи, какие конченые люди. Стиль пьяной киски. Табуретка по имени Аркадий. Просто табуретка. Гордый белорус. Дикая табуретка. Обладает ты чё делаешь? Так, так, так. Господи. В Skype скину этот свой логин, не логин, это для тебя. Вот меня там сразу вроде первым выдает сам, когда ник оригинальный. Где? Вот это он как. Skype скинул. Как выиграть? Это ник? Блять, ну вас нет. Блин, в смысле оригинальный? Как выиграть? Много восклицательных знаков? Нет, второй вот. Не-не-не, просто... А, Илья его вижу. Там я один. Ты тут не один, блядь, сори. Тут 103 680. Ну почти один, почти один. Все, пришел он, блядь? Да-да-да. Индивидуальность зашкаливает. Да, альтап нажимаешь в кейсе, он просто зависает. Так, сейчас, главное...
Вот, в КС-ке тоже код есть, только где он находится? А, вот код есть, слышишь? В КС-ке скажи, Паку, что есть код, короче, нужно нажать на плюсик, где друзья. А, там табуретка и челик из этого, из Скибиду. Копировать код, бля, чьи на скринске. А что, бомбу поставили? Я ж не успею, лол. Я скрин скинул, где находится эта точнее. А, не, я удалил. Ну я не успею, кек. Да подожди, я разминаюсь. Я профессионально давай, я только 500 давал. Там Илья скрин скинул. Ну пусть Максим добавит. Нет, а шок, что он там стоит? Они пока соберутся, я уже спать. А где мой АВП? Я же... АВП пропал. Слышь, подлись АВП. О, сейчас умрет этот АВП. О! Ясно. Ну, как выиграть, скажи? Ну, пока напишет он, если он умрет. Кинул инвайт. Почему этот дебил просто не может добавить херню и все? Че он скайп не заходит, кстати? У меня нет того. Сейчас он, короче, тебя вначале добавит. А, О, так еще граффити. Лол, граффити еще заканчиваются? Вот отстой. А, я вспомнил, как надо стрелять. Надо типа выстрелить и нажать Q, чтобы с АВП точно, чтобы он выстрелил. Я вспомнил, как стрелять надо на него. Нормал, тема. Так, типа нож он достает и типа скоп убирает. А кто в КС хорошо играет из команд профессиональных? Я просто вообще не шарю эту крутой, типа, я знаю этого челика, Пашу Бицепса. Ну это и Virtus.pro, я не думаю, что они 3-0 выиграют. Тут просто прогноз какой-то. Турбин что-то выиграет. Блин, ну... Я не знаю, а как они нормально в Virtus.pro играют в КС? А я не знаю, я вообще КС не люблю. А, жизненно. Просто. Ой, промазал. Диалог с Максимом. Где бомба? А как бомба разменять? А, все нормально. Слушай, пусть даст свой ник, я сам его найду. Как выиграть? Это я. А через него старше. Что? Ник, как выиграть? Табуретка. Боже, какой он тупой. Максим тупой. Тупые, ты знаешь, типа, в американских фильмах тупые люди, типа. Он такой, Эли, как выиграть? А, стой, мой не табурет, а тубаретка. Тихо. Фу, напугал, правда. Найди у него ник табуретка, а не табуретка. Подожди. Я профессиональная вдова. Держу в курсе. Кто бы пизда, в прыжке, в падении, на приседке, на пяточке, блядь, хэд поставил. Да как эта игра работает? Рандом. Как выиграть, это я чего-то скажу. Как выник табуретка? Шо? Тубаретка? Сейчас. Тубаретка. Тубаретка. Во, нашел. Скажи, я отправил. Как-то не говорит тубаретка. Бейбик. Чё-то ору. Давайте быстрее пойдем играть.
Так, ну я накинул тебе. Да ты пригласишь до этого. А как принять инвайт? А, вот. А этот. Мы же даже два идем. Да я уже сделал, сейчас приду. А пакеты добавь как через Артемин аккаунт. Бля. Чё, пакет такой тупой, это жесть. Да. Нет, клин, как выиграть, табуретка. Че зарофил? А он не принял, слышь. А фига он не принял здесь. Он не принял. Сейчас он должен принять. Ждите, чтобы. Подожди, у меня левый наушник был. Я пошел. Так, шо, Максим тут уже? Да он не принял добавление, друзья. Может, забил бы? Ну, либо он не поменял, либо он... Да нет, нет, там Ава-то. Какая Ава? Ну, там челик, типа, со Скуби-Ду. Где, он точно в друзьях есть? Что-то я не вижу. Ну, я вот добавил его, но он меня тоже не принял. А, ну все, значит. Типа, тубареток, типа, три штучки всего. И он скринил свою Аву, и там точно такая же. Но он не принял добавление, друзья. Пиши. Тут потеть собрались, выигрывать соло. Не, в кейсе что мне нравится, там что тут можно реально соло выиграть игру. Типа в игру нельзя соло. Ну да, там более команды. Да я что-то наиграл, что-то мне через 20 часов надоело как-то. Да не, овер топчик вообще. Правда, что-то по стенам, вот в кейсе по стенам нельзя прыгать, жалко. Я где-то дебил. Там уже три. О, наконец. Nice tune. Been a while since I heard it last. Пригласил его в лобби. Я? Other things on their mind. А как его приглашать? Things like me. Правой кнопкой пригласить в лобби. They paid me for you. In times past. No amount of coin would convince a witcher to take this contract. Times have changed. Contract. Ох, неужели? Фига он сильвер. Так, ну чё там? Гоужи, не? Боже, что с крестами белый экран? А что, тебе тоже нет звания, что ли? А? Да. А чё звания нет? Да я не играю, именно. Блядь, подожди, у меня вылетело. Сейчас передаю. Отменить поиск? А как отменить поиск? Да. Крестик, правильно. А у меня нет никакого крестика тут.
Ну, то есть там поиск не идет. А, все, там типа покинул логи из-за этого. Выруби микрофон, ублюдок, что... Как ему сказать? Микрофон там, получается, у тебя замучен. Нажми, чтобы он размутился. Где мой телефон? Ты меня слышишь? Слышу, но супер плохо. Он тебя слышит, да, ты супер плохо. Ты будто меня не слышишь. Когда я еще? Я вообще не знаю. Пригласи меня. Я пришел. Все, го. Да, все, вырубил. Даст два, все. Соревновательный. Даст два, даст два, го, быстрее. Откуда? Что он подключился? Все, ищи. Рега, какой чей такой? А как искать? А, начать. О, не, подожди, не-не-не. Там надо как-то выбирать, я знаю, да, вроде? Тут все нормально, соревновательно должно быть. А че это аккаунт? Все, ладно, давай. Это серого аккаунт. Чей? Да, да, ну. О, у него. Сколько у него сильвер? Четвертый сильвер, да, это или какой? Бомж. Тебе будет делать только. Я в КС не умею играть еще. Господи, неужели вы собрались играть? Почему все такие дубы? Да это все дебил этот. Знаешь, чей это аккаунт? Чей? Серого. Какой? Коновалова. Табуретка? Да. А что он там делает у него? Там он попросил у него там. Ой, я не то купил, подождите. Интересно, Серого будет так называть буру. Так, я вообще не умею играть в эту игру, так что... Ну, и такая же ситуация. О, какого-то бомжа убил. А пак это вообще отдельная история, так что... Это и выигрыш. Почти. Тебе пизда, понял, да? Сюда иди. Сука, чё там за снайпер играет? Ой, ну как... Да тихо, сейчас выиграем, все нормально будет. Смотри, что делает. Смотри, одни хеды дают. А что за бомжи тут играют? Так у вас, блин, сильверы, у вас вообще ничего нет. Боже, они меня вчетвером начали убивать, я вроде 4 класс сделал. Ман. Что за звук такой будет, когда он звук решает? Ой, я в воздухе дал ему хед, лоу. Я знаю, этот звук очень решает. О! Напугал дрочку. Ты чё, блядь, смотришь? Блин, ну, наверное, по разминочке они чё-то не очень. Ни о чём. Может, я разыграю. Чё всё было? Они начнут играть или чё? Я ж не умею играть в эту игру, пожалуйста. Это нормальный гибель. Лагает, да? Ну, я тогда пулемет сейчас беру. Хорош. Пошел. А, нет, что уже. Я же попал, сейчас точно попал. Что? Сильно лагает? Hello, team. Как говорить? Ой, я выкинул. Не, на джейд выкидывает, меня обманули. На выкидывает пистолеты. Блядь, на эту, на L русскую. На L русскую? Угу. Короче, все, у меня бомба, погнали. Да, зеленый пошел. Кто зеленый? Я хочу сказать. Опять этот дебил. Максик пошел вообще отдельно от нас, непонятно почему. Все, еще я развалю бомжей, проверяйте. Угу.
Ну, я смог туда захитить. Най, смог, кстати, кинули? Так это я, чтобы они не видели наше перемещение. Оп! Табуретка развалилась. Блять, ай! Это все из-за Максика, потому что он дестабилизировал нашу команду. Так, а нахер он... я знаю, сейчас купаться не надо вообще. Вот вообще не надо. Нахер он пошел туда, я не понимаю. Сколько тут раундов, кстати? 16. Да, 16 же? Да, да. До 16. А, ну, тут 30 раундов, тебе на 16 раундов выиграли. На один больше. Почему как-то мы разрозненно играем? Нет тимплея. А, да, согласен. Надо по инфе играть. Давай, давайте, давайте. Ой-ой-ой, гуськом, гуськом, правильно, нормально. Я забыл, как это называется, Зика, да? Зика, да. На миду 2, на миду 2. Ворота. О, оружие. Спину пацану укрою. Этот мне хлопай, я бомбу ставлю. Ебать. Я все обойму у него всадил, он что там? Два бронежилета одел, что ли? Там я на шахте сижу, да. Тихо. Да. На лонге. О, это. Сколько на лонге? Один. Легко, легко, парень. Легко. Легко. Отлично, дефейл. Парни. Теперь можно взять калаш. Но... Все, сейчас буду тащить вам. Но это не точно. Сейчас на шорт буду, сейчас смотрю, что шорт открою, проверяйте. Этот дебил на Б пошел на все. Ааа, какой он глупый. А почему мне глушить? Я надо глушить. Ты че, блядь, смотришь? На меду двое. На шорте есть. Блин, я такой на Б зашел, но там, наверное, есть кто-то. Ой, найс, флешка. Я не умею флешку кидать, если что. На шорте был. Блять! Хелп. Ой, бомба. Я минус 2 дал. Против. Он на миду был, скорее всего, через стенку. А нет. Бля, нифига. У него осталось 50 хп. Ой, калаш. Бля, тут есть люди, кто играет еще хуже меня, что ли? Серьезно? Да. Это я. Я. Смотри, табуретку тащит. Тупорядка. Да. Плохо. Так, парни, давайте я взял себе такую пушечку. Сейчас дигла пойду раздам. Если вы понимаете, о чем я. Он пулемет купил? Нет. А, он АВП купил. Стыдите. Один АВП пошел. Я бы на баланс себе прокинул. АВП я красный. Блять. Подожди, как-то можно кидать, я знаю, как-то надо кидать вот так вот. Я забыл, как она кидается, она вот так, по-моему, кидается. Ебать, чемпион! Чё это такое жёстко? Вы длину кроете? Да мы на длине сейчас. А, так это отлично. Тут на зиге на меня отвлеклись. Вот тут пушечное мясо зашло. Фига он убил. Плент, ублюдок. Зачем ты под шорт? Он ставит под длину плент. У нас нет АВП. Отлично. Сейчас терплю. Хера табуретка раздал. Да там челик надамажил свой этот. Они его. Где ты? Нет, АВП, заставите АВП, пожалуйста, умоляю, заставите АВП. Тихо. Да он один. Не-не-не, не иди, у тебя 6 хп. Я не убил. Чаров.
Все помираем. Да боже, они все. А ВП зови, пожалуйста, назад. Нет, ВП, ВП. ВП. За количество убить. ВП. Макс, дай ВП, пожалуйста. А я тебе пулемет дам. Дай мне пулемет. Максик. Дайте мне пулемет. Я тебе обманул и не дам тебе пулемет. Чё ты рофтишь? Да я пообещал ему пулемет. У меня рофт, что ли? Да. Смешно. Блин, он здесь меня не убьёт. Не, нормально. Я не вижу. Ну там учили что-то поменять, что ли. А, не на деньги все, да? Блядь, это вы шутите, что ли? Оп. Хорошо, хорошо снял в воздухе. Оп. Блядь, как? Что с этим диглом не так? Я не понимаю. В 1.6 я нормально стрелял. Что это за дерьмо? Нет, тут сейчас да, да. Ну, я, ты видишь, я попадаю по нему, и типа целюсь им в голову четко, там типа нормально все с аимом. А он стреляет хер знает куда. Там разброс ему увеличили прям жестко. В 1.6 он делает. Купи мне кнопку. Да в 1.6 он вообще отлично стрелял, Дима. Там буквально до выстрела. Блядь, ты дебил, я тебе купил уже калаш. Возьмите какой-нибудь калаш, пожалуйста. Что за трое ВП? Что это за бомж? Плохо, будет 300 пробежал, да? Возьми бомбу. Бомбу возьми наш. На шорте есть, по-моему, кафешка просто летела. Ой-ой-ой. Хорошо. Еще. Дайте калаш. Так, стоп, я не понял, на сзади ходит или что? Да, на шорте был. А, это бомба была, это гранат. Бля, выкройте. О! Ну за херня. Я убил. Я смотрел, убил. Блядь. Мы с двумя АБП, кайф. Мне нравится. Там сейчас снимите. Иди, мать, подбери, не спасть. Он убил кого-то? Чё такая вот задержка? О боже, Илюша, блядь, не попасть не можешь, стоящего человека. Он не стоял, да, он. Сколько их? Двое? Блядь, они все вдвоём на первых местах. Обидно. Да они бомжи все. Настя, яму чекаешь? Еще подпрыгни. Нормально. Нормально. Никого нет. Потопал, попрыгал. Он взял. Он твой. Блять, там же сзади сейчас пойдет. Там сзади сейчас пойдет. Он сзади. Он тут. На рекламе. В смысле? А, блин. Нет. Ладно, пацаны, пора выиграть. Это будет. Согласен. Го через Б выйдет. Да, но постоянно нахуй. Блять, этот дебил нашу позицию падает. Так, надо пущенное мясо вперед. О, ебать. А это бот. Окей, я понял. А, кикнули того челика. Там есть на зиге кто-то, я ему... Чего?! Бля. Да вы издеваетесь. Ебать, он меня застилил, пидорас. Застилишь. Они сабы вот эти, с Б. Са, да, са, я путаю. Ну там на сити было двоих. Вон, на сити. Один на сити, в сити остался. Нет, он запарил. Он Максим все пробивает, лол.
Я их так надамаджил там. Мы все уже второй раунд MVP. У него еще микрофон. Он пытается что-то говорить, что там. Че, куда? Я домой. Ну го на Б. Координируй, парни, на Б. Короче, идем. Чек, наебу. Смотрите. Ты что, как-то у меня получалось эти пешки делать, типа, чтобы прыгать, чтобы быстрее бежать? Парни, я поебал, типа, что мы там. Куда я бросил? Да, бля. На Б чисто. Может, в дыму кто-то есть осторожно? Да бомбу, дебил, ставь! Ставь бомбу, Бэйн! Боже, Макс, ты такой тупой! Чисто, Стём плохо. Это человек, который всрал один... Первый. Да? Пусть не говорит, а, жесть. Да, это не жестко. Там вот два в туннеле. Ворот. Еба. Лол, да третий раунд MVP. Что? Самый ценный игрок. Ладно, надо исправлять ситуацию. Я готов, парни. А долго играть что-то тут? У меня 10-10 три у кого-то, знаешь. Кек. Только восьмой раунд. Оп, пирамидка. Ну, нам еще 10 раундов выиграть. Угу. Знаешь, что это смог? Это смог второй раунд, смотри. А сейчас возьми за крайней виде, проверим. Я вот это единственное смог, что запомнил. Возьмите плент, Надь. Обойду, парни, на умничах. Ща обойду, все в порядке. Блять, на спине сидел. Парни, нас супер умничи. Они на длине двое. Да, бей, идите, ставьте. Деньги. Да ты! Он просто в соло уже тащит! Как у меня это получается? Я же... О, 214. Со стримом включил. Если он еще в этом раунде так сделает, в следующем я его застрелю. Чисто сильный всех тащит. Прикрой нижнюю темку. Че тут опять никого? Че, Бена Б выйдет? Давай, давай. Боже, этот бомж опять это делает. Блять, что это за флешка? Не можешь. Давай, клайнти. Блин, опять никого. Почему вы постоянно врагов находите? Почему они такие? Туннель же, да! Где он находит врагов? Опять он это делает! Блять! Где? Где? Я не знаю, меня убили просто. Я не понимаю. Задай дамаг! Где он врагов находит? Он не успеет. Сейчас в туннеле будет, смотри. А зачем он разбирал? Все, убить. А что не так с этой игрой, я не пойму. Нихуя он башит. Он жестко, это жестко. Что-то вообще легко как-то не чувствую себя. Я пошел врагов искать, короче. Нет, не надоело. Если никто больше ВП не... 3 ВП.
отлично, парни, играет. Еще на мид давайте все сядем. Да, да, да. Флешка же была. Блять! Ну у него позиция. Флешка была, как он это сделал? Просто наводится так медленно, наводится так. Я думал, это только у меня. Он просто медленно, спокойно наводится так, как бы не спешить никуда. Как он убивал? Как он убивал? Я не понимаю. Ты видел, как он наводил? Господи, что за человек? Куда у него 14 кило? Не понимаю. Все, я в тильте, короче, я все не могу убивать, у меня тильт. Как он сейчас убил? Попал по нему. Еще один. Лол! Лол. Это было сильно. Тихо, да че он топает? Сейчас попал вроде. Ебать! Вот там вообще в стенку пальцы. Ебать, он красиво делал. Я он пятерых убил. Чисто есть в Солянова. Капец, он сейчас нормально отыграл. Я сдал просто в соло. Так, ты смотри по красоте, там противник его в стену смотрел, ты видел? Это как пятерых ботов убивает, лол. Там еще люди еще хуже нас играют. Да, да. ОП, ОП! Где? Сменить. Оп. Я не понимаю, он просто залетает? Да и все. Я сейчас с длины выйду. Бля, челик бомбой стоит, смотрит, блядь, на это все, ВП стоит на базе. А из-за тебя желтенький, я думал, что чувак из-за тебя А, это с петухом, парень, все, я понял, забейте. Это, блядь, невозможно. Он в верхней темке был. Почти вышел, он на нас, скорее всего, вышел, зайдись на Б. Там на Б. Там парень с петухом просто решил зажать. Солянова. А как писать в уральский чат? Нет. Нет, у, да, вот так вот. Най. Я соль, смотрите, Солянова. Вот соль у меня даже видит. Как еще разрезать? Что? А, не знали, чего? Из-за первый. Серебро! Найс. Нормально, мы. Я заканчивал играть, у меня звездочки были. А почему серебро один дали? У меня тоже звездочки были, кстати, две. А почему серебро один типа дали? Соляна, вопрос консола. Развольни. Я сать пойду. Че? Подожди, вот что сделать. Один на один.